Как проходит выходной в 11 классе? Когда силы уже на исходе. Утро началось с просмотра передачи, которую я вела. Мне необходимо было оценить результат и отметить свои плюсы и минусы. Конечно, я порадовала себя вкусным завтраком и пошла готовиться к ЕГЭ. Итак, что же я сегодня сделала для своей подготовки? Сначала я долго учила несколько тем по обществознанию, а именно полномочия органов государственной власти. Потом решала по ним тесты и, если честно, то немного была в шоке от некоторых нюансов этой темы. Сейчас вы можете наблюдать, как я решаю вариант ЕГЭ по русскому. Если честно, сочинение и тесты по этому предмету мне делать достаточно сложно, просто потому что это, мне кажется, нудным и скучным занятием. Я захотела почитать историю, подготовиться к завтрашнему уроку. Мы сейчас проходим послевоенные годы. Еще занималась подготовкой к докладу и презентации к уроку английского языка в школе. Было сложно составить себя это сделать, но я это выполнила. Сама жду, когда в этом ролике закончится бесконечная учеба и бумажки. Но, к большому сожалению, в этот вечер я еще готовилась к зачету по обществознанию. Решала регламент, это вопросы для дополнительного вступительного испытания. Уже даже заканчивается время. Вечер прошел за монтажом, чтением, учебой, уходом за собой. Всем пока. Подписывайся на мой канал.